Вот только что прошел мужчина. Прям водой омыл дорогу. Очистил. Дали еще каких-то бобов по дороге. Как прекрасно. Голодным точно тут не останешься. Можно было и не ужинать. С другой стороны, тоже знал. Знал тот, кто ходит не первый раз, а я в первый. Ну, теперь буду знать, как оно тут обстоит. Почти дошли. Лена сказала, что мы идем вот к храму Шивы, домику, где родился Саи Баба. Ноги немножко гудят. Ну, такая приятная, легкая усталость. Что-то мы так далеко ушли. Пение не слышно. Что опять остановились. Что ты говоришь, Лена? Они сейчас будут двигаться медленно, потому что на каждом этапе вот рогами будут поднимать вот эти провода. Смотри-ка, домик, дворик какой, да? Да. Там телевизор смотрят. Да. Жизнь продолжается. Конечно. Кажись, приближаются потихонечку, помаленечку. Присели отдохнуть слегка. Тут уже готовится тоже во всем. Ожидают. И мы ожидаем. Играют, как поют, а? Пойдем поближе к ним. Сходим. Стоят на всякий случай. Ой, музыканты, ну просто фантастика. Идем, идем.
из-за узкого прохода. Похоже на хлеб. Да, там кто-то стоит. Ну, такие малышики тоже. Тоже не спят. Ой. Такое шествие прям. Торжественное, праздничное. Ох. Хари, хари. Хари-хари. Ждем. Krishna, Hare Hare. Jai Hare Krishna.
дошли до храма Шивы. Да-да-да, мы тут были. Да. Я тут была прям 1 января. Связь Земли и космоса. Ой, ну тут сейчас закрыто. Подойдем, да. Выражаем почтение. Даже через забор. Тоже решил подношение сделать. Прекрасно, прекрасно. Это просто счастье в такой процессе, в таком шествии. Это просто настолько благостно, я даже словами не могу передать. Моя душа ликует. Этот огонечек зажгли. Вода так вообще низенько так висят. Что будут тоже тут рогатины будут поднимать. Там. О, все, повернули. Делайте его, выйдем. Малышки такие. Оп. Продвигаемся. А мне все танцевать хочется. Но так ноги сами вот, знаете, так приплясывают. Это вот язык тела. Вот. Как тело тоже реагирует на такие звуки, вообще на такие вибрации. Все неспроста. Хорошо. Хорошо, идем. Мы уже вообще почти пришли. Всем чуть-чуть осталось. Уже 10 вечера. Народ не спит. Важное событие для многих здесь собравшихся. Сколько людей, боже. Встречают процессию. А мы идем, слушаем. Ой, я уже зеваю. 10 вечера, ну, я уже говорила, да? Уже трошки спать хочется. Делаю. Собачьи что-то не поделили. Ой, то вот тоже все прям очистили так. А, может быть, это вот как раз таким священными, скажем так, как это не отходы, продукты жизнедеятельности священных коров.
интересно. Я такое, кстати, раньше не видела. Я думала, это водичка, но нет, это не водичка. Уходим, уходим. Плакат я раньше не видела. Идем, идем, идем. Поют, поют. Зарагательный. Базар уже вот дошли. Заключительные метры. Ой, как это все грандиозно, конечно, выглядит. Фантастика. Я в полном восхищении, в полном восторге. Вау. Спасибо. Спасибо Вселенной, Богу и всем-всем причастным. То, что я здесь могу это лицезреть и делиться. Это тоже важно для меня. Просто вау. О, еще очищают прям землю впереди. Ну как землю? Асфальт. Все-таки с таким почтением, с любовью.
командире. Свет горит. Возвращаемся к месту, откуда началась процессия. Прошли где-то 8 километров, я так поняла. Ну и за весь день 15. Гири продакшена. Красиво звучит. Сердце радуется. Поют-то впереди, где ты идут. Ну, поздравляю всех нас с таким прекрасным событием и с завершением Гири Продакшена. Мы это сделали, ура! Какое счастье! Хоть мы немножко опоздали, но... Знаете, такое чувство выполненного долга. Доброе дело. И божественными песнями. С молитвами всех живых существ. Пусть будет благо для всех. Give it a chance.
Валяни Мургаве, Мурга. Дали еще просад, лепешечку, сладкого риса в газете. Вот, а там с алтаря все тоже раздавали цветы и кокосики. Все раздали. Закончился наш праздник. Все раздали. Ну, почти. А вот не знаю, вот эти цветочки вот их раздают. Они что потом с ними вот делают? Ну, те, кому раздали. Да, ой, да, можно вот благословение вот так вот попросить. Я попрошу. Ой, пойду уже отдыхать в ашрам. Надо идти. На этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь, дорогие мои. Я не могу вам помахать, потому что вторая рука занята, но я очень счастлива. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, ставьте лайки, пишите комментарии. Я вас очень люблю, ценю. Обнимаю, до новых встреч. Пока-пока. Виртуально машу рукой. И головой. Все, пока-пока.